расскажу вам страшилку. Шла домой на днях и видела большую шкуру от змей. Здесь водятся змеи. Красивую вещь, которую я просто обязана вам показать. Мы здесь с одним парнем сделали себе нудистский пляж. Смотрите, какая красота. Сильная волна, я очень резко встала и таяла. Я туда лазила за ракушкой. Вот это вот чудо, вот это вот все делает один безумный человек и придумал, смотрите, прям кормушку для денег. И как это называется, не знаю. В общем, оригинальный. Это он. Сегодня попали за 3 евро на конец света. Вот так вот эта точка официально везде числится как конец Европы.
а раньше это был конец света. Думали, что дальше, чем вот это место, ничего нет. Вот так. Пойдем смотреть, как это выглядит с высоты. Вот, здесь был Колизей. Это мне только что сказали. Передаю с уст в уста. Но это не точно. Хотите верьте, хотите нет. На территории этого конца света вообще сделан, выстроен был давным-давно замок. Но я разочарована, если честно. Я бы хотела, чтобы здесь было все старое и просто красиво отреставрировано, а не сделан ремонт евро. Никого. В общем, такое себе. Но океан крутой. Очень сглаживает вот эти все недостатки. На краю света. Здесь край света. Да. А еще я наорала на край света, на краю света, на весь мир. Видите, магия. Здесь может быть все. Оборонительная система, йо, камон. Ржавая. Давно не пользовались. А надо бы. В общем, вот так выглядит конец света или край света. Спасибо за просмотр. Па. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Así es. Еще немножко красивых мест. Это другой пляж, он называется Бли, по-моему. И здесь океан заканчивается. Он стекает в пропасть, потому что смотрите, какой берег. Ладно, обманываю вас.
Земля круглая. Это я вам говорю. Здесь очень красиво. Это недалеко от конца света, конца Европы. В общем, это пляж близко возле того места. Здесь очень классно. Песок здесь такой, как аж бархатный. А вон там загорают люди, как хотят, то есть без одежды. Но мы туда не пойдем, потому что надо плыть. Это рай на земле. Очень-очень-очень классно. Такая атмосфера классная. Представляете, что давным-давно люди верили, что это все, это конец. Дальше ничего нет. Я бы тоже так думала. Наверное. Смотрите, какой песок. Это то, о чем я говорила. Время вечерней смены. Приехали. Прилетели, вернее. Уборку. Зачистку пляжа делать. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa mí. В этих водах водится очень много вкусной и полезной рыбы. Вот предыдущий кусочек видео, там в ресторане, да, я была, я ничего не сняла, как я ела и какие у меня впечатления, потому что мне принесли вот такую рыбешку, и я просто так устала, когда я ее ела. Я ее не могла разобрать нормально, она такая костистая, короче, катастрофа. Если бы мне один человек добрый не помог, я бы, наверное, там от бессилия и умерла. Так что я рыбу люблю, но та была очень сильно не очень. Но было вкусно, когда мне ее уже почистили. Я такого еще в своей жизни не видела. Это, походу, родственники тех рыб, которых я вчера ела, приплыли, хотят меня съесть. Потому что они мелкие, ну, хотя я высока, походу, они не очень мелкие. В общем, тут целая стая. Обалдеть! Целая стая, аж туда далеко, аж туда до темной воды рыбок.
такого не видела. Так, сегодня крайний день моего пребывания в Ладоше. К 7-му дню я уже начала говорить не Ладош, а Ладош. Вот так вот, уже привыкла к этому и нормально мне оно. Хочу сказать одно, что я не жалею ни одного дня, что я не была на бассейне, потому что океан каждый день другой. Вот. Его волны, настроение, цвет, он просто непередаваемый. Мой вам совет, если у вас при отеле есть бассейн, не ходите туда, там нечего ловить. Ну, конечно, если вы приехали за отдыхом другого вида, то бассейн вам в помощь. О кухне хочу сказать, что вкусная, интересная, на разный кошелек есть. Так как в этой воде это все с рыбой. Оказывается, они еще подают дичь, так что на вкус и цвет. Та была очень сильно не очень. Но было вкусно, когда мне ее уже почистили. Я такого еще в своей жизни не видела. Это, походу, родственники тех рыб, которых я вчера ела, приплыли обо мне своим друзьям, и будем путешествовать вместе. Пожарные здесь не только тушат пожарные, предоставляют первую помощь, в общем, и полиции, и пожарные, и медики. Все в одном. Вот такие вот они, молодцы.